Наше мероприятие перешло в более такой формат флешмоба. И сегодня, вот, как вы уже посмотрели праздничную программу, у нас ребята выступили с такими полотнами флага Российской Федерации. Внезапным для нашего концерта оказался танец «Йохар». Это замечательный танец, который объединяет все народы и конвенции нашей республики. Я думаю, каждый умеет его танцевать. И вот все под знаменем российского флага сегодня собрались, встали в круг, взяли за руки, станцевали, почувствовали патриотический дух, который передадут в будущем своим близким, родственникам и детям. Вам понравилось? День флага. Да, понравилось. Здесь концерт был и шествие было, значит, хор был. И до свидания, друзья мои! Хорошего вам праздника, замечательного дня!